думали, решили, что 31 августа перед новым учебным годом нужно как-то отметить. Поэтому загрузили детей, велики и едем кататься в лесу. Еще один маленький лайфхак, как воспитать таланты ребенка. Так вот, в машине можно закачать музыку, которую вы ставите ребенку каждый раз, когда вы едете где-то в дороге. Дети учатся быстрее через песенки, через стишки, чем через прозу. Поэтому просто ставьте ребенку, он будет учить песни, учить мелодии и многие другие вещи. У него тоже будет развиваться параллельно. Это просто и весело. Мы с Николюсиком доехали до точки ожидания. Наши мужчины ездят на велосипеде, а нас отправляют на машине. Опа, вот и наши мужики. Они ехали через лес. Никитос уже начал кататься с папой через лес. Он преодолевает большую дорогу. Мы на машине. У нас ленивый формат. Ловим последние летние теплые денечки. Еще говорят, неделька будет круто. Вот такой вот у меня понедельник. Вот как надо вдохновляться. Экспериментики. Уже просто ездить не весело.